Привет, вы на канале Temp of Play, меня зовут Коля. Я покажу вам, как делать примулу в дополнении Ragnarok, игре Titan Quest, чтобы попасть в комнату разработчиков. Примула — это такой ключ, который позволяет открыть дверь. Почему он так назван, я не знаю. Выбрал я вот этого персонажа с максимальной скоростью, чтобы было быстро, возможность быстро перемещаться. А второй персонаж мне будет нужен, потому что у него есть деньги. Он более высокого уровня. И с чего мы начинаем? Во-первых, нужно телепортироваться в город Ракотис и переместиться в точку, которую сейчас я покажу вам. Гайд я делаю по статье, которую нашел в интернете. Там приложены скриншоты, и может кому-то будет полезнее и понятнее все это увидеть на видео. Вот это место на карте обозначено, где находится первый обрывок заклинания. То есть из Ракотиса нужно пройти вот до этого места. Разбить вот эту груду обломков, которая разбивается только если у вас установлено дополнение Рагнарёк. А, и вот он лежит, я завис. Смотрю, нету, думаю, ничего себе. Попал, чувак. Обрывок заклинания. Я вот нажал клавишу X, и она появилась. Берем обрывок заклинания. Следующий этап — нужно телепортироваться в Китай, на восток, в нефритовый чертог. Портал называется нефритовый чертог. Вот, кстати, еще одна причина, по которой я решил делать этот гайд. Потому что порталы в статье не указаны, название порталов. Ладно, это не суть. В общем, телепортируемся в нефритовый чертог, деревня Бинсан. И нам нужно добежать вот до этой пещеры. Добежать и сделать это аккуратно. Вот второй обрывок. Часть заклинания написана на звериной шкуре. Смотрим. Итак, у нас уже два обрывка. Теперь нам нужно добыть заклинание для крафта, для чего мы отправляемся в рощу Медеи. Вот там нужно будет пробежать достаточно большой кусок карты, потому что близлежащих телепортов нет. Сейчас я сразу покажу, куда мы будем направляться. Нам нужно пройти вот до этого места. Здесь пещера, где находится глаз Грай, нужно добыть сначала. Я сделаю немножко рост большой, чтобы увеличить скорость перемещения. Здесь даже видео не надо ускорять, потому что тут как Формула-1 бежит мой персонаж. Именно поэтому я его выбрал. К сожалению, колосс всего лишь длится 35 секунд в школе защиты. Одна готова, тетя. И вторая, третья. Все. Глаз Грай. О, даже три глаза. Теперь нужно добраться до зала Пропонта. Вот до этого места нужно пройти. Итак, зал Пропонта нужно пройти вот здесь, огибая вот этот хребет каменный. Вот здесь не получится пройти. Здесь множество скелетов выскочило внезапно, которые еще травят ядом. Добравшись до великого зала Пропонта, нужно, получается, положить глаз Грай в этот фонтан.
И тогда откроется комната. Заклинание обрывков. Отлично. Выглядит он как конверт. Для того, чтобы добыть третью часть, нужно телепортироваться в Элизиум. Вот он, Ахейский перевал. Нам нужно добраться до этих точек здесь и здесь. Мы добрались до пещеры Артемиды и нужно активировать рычаг. Вот он. Нажимаем. Вот здесь рычаг был. И направляемся в пещеру, которая находится вот здесь. Теперь нужно в этой пещере найти последний обрывок. Вот он. Обрывок заклинания. Отлично. Все готово для того, чтобы собрать формулу. У каждой формулы есть свое место. Оно подсвечивается зеленым. Итак, 10 миллионов на создание артефакта примулы. Та-дам! Вот это да! Ключевой предмет. Здорово. Пожалуйста, заходи. Мне никогда не было, поэтому я так радуюсь. Передаю обратно. Ключ готов. Осталось только узнать, где находится пещера. Отправляемся на север в город Хойнебург или Глауберг. Если в Глауберг нужно. Пещера находится между этими городами. Посмотрим карту. Вот она, пещера. Смотрите сами. Здесь гораздо дольше. Пещера находится вот здесь. И вот наконец-то мы добрались с вами до пещеры разработчиков. Около пещеры прыгают лягушата, которые похожи вот на этот ключ. Наверное, это как раз намек на то, что должен быть ключ у вас в форме лягушки. Без ключа здесь заросли такие, которые не пропустят вас. Подписывайтесь на наш канал Temp of Play. Спасибо за просмотр. Если есть желание, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем здоровья и до новых встреч в других видео. Ого! Лягушка приглашает нас на бой. Ух ты! Я не ожидал. Я первый раз здесь, ребята. Мощное. Вот это нападение. Ничего себе. Ух ты. Я даже не смотрел никакие обзоры, где вот проходит эту комнату. Специально, чтобы... А может, не специально. В общем, так получилось, что я даже не знаю, что здесь меня ждет и какие мобы. Их много здесь. Ничего себе. Рапторы. Лазерные рапторы. Это рапторы из будущего, да? Слушай, ну вообще они интересные. Костяная нимфа. А это кто бегает? А, нимфа костяная и тоже лазером бьет. И лечит их. Где она? Маленькая, да удаленькая. Надо с нее начинать. Ничего себе.
Лазерный хищник. Так, оглушение, извини, на меня не пройдет. У меня школа защиты. Так, на яд надо бафнуться. Это Клис. Ух, медведь. А это? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Сюда. Довольно. Ты не можешь открыть эту дверь. Хм, интересно. А почему я не могу открыть? Ты не можешь открыть эту дверь. Может, когда я всех разложу, тогда откроется. Может, не совсем правильно записывать нуба, как он первый раз заходит в комнату разработчиков. Но мне интересно, поверьте. Надеюсь, что и вам интересно. Эта овца взорвалась. О, нет! Бочка. Не живая, но бочка. Она, наверное, взорвется в конце, да? Превращается во что-то. Нет, не взорвалась. Странно. В огонек в какой-то превратилась. Так, это механизмы с посохами. Лазерный хищник опять. Так, давайте хищников. Хенк. Ну давай, Хенк, посоревнуемся с тобой в силе. Ха. Это уровень сложности норма. А копье у меня легендарного уровня. Поэтому я их так... раскладываю. Секрет вам открою. Лена. У меня много дел. Понятно. Отдыхай пока. Почему-то механизмы так озвучены. Так, Риба. Риба отъехала. Роберт. Роберт тоже отъехал. А это кто? О-о-о. Это Эрик. Ну, Эрик, зачем ты так делаешь? А, Эрик, Эрик. О, эта сфера открылась. Странно, почему та не открылась. Но я к ней вернусь. Как выглядит пещера? Вот так выглядит. Лена здесь. Отлично. Это Йохан. Понятно. Ага, вот главные виновники торжества, да, как говорится. Так, ребята, давай я вырасту, что ли, для порядка дел. Вот так. Трость Санты. Перчатки Санты. То есть меня поздравляют с Новым годом. Трость Санты. Раз. Шарик. А, снежками кидаться. Перчатки Санты. Добавляет умение заморозка. Для школы воздуха самое то. Кстати, сними урон похуже с перчатками. Но спасибо разработчикам за такой подарок. Вот открылась сфера, в которой я вернулся. Почему-то она заглючила. Вот я прошел вот так и вернулся к ней. Сейчас она открылась. Так, ребят, спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Можете лайк поставить, если хотите. До новых встреч в других видео.